Вот то, чем мы сегодня занимаемся. Так выглядит универ со шкафчиками и с классными решетчатыми дверями. И здесь протекла крыша, был такой потоп, и все вот эти потолки сгнили. В некоторых комнатах еще сгнили, воняет плесенью. И мы, как рабочие от страховой компании, приехали и начинаем что-то тут ремонтировать. Пока просто снимаем. Воняет плесень так. Ну не плесень, а с сыростью штукатурочной. Вот. И мы тут снимаем. Наша задача просто снять потолки. На этом этаже мы сделали. И три этажа, в общем, вниз все протекло. Теперь мы работаем сегодня на первом и в подвале. Вот. И еще с нами работает тоже такая коллегия мексиканцев. Человек 10. Мы снимаем, кладем в мешки. Они потом за нами убирают, вытирают, вычищают. Вот. Я пришел тут за мешками, что-то пока не вижу. Все закрыли, все двери запечатали, чтобы никто сюда не входил, и все здесь проветрилось. И вот стоят такие водные фильтры. Они очищают здесь воздух, циркулируют, чтобы воздух не застаивался. Ну и что-то там фильтрует. Так, все закрыли. И вот эти мешки мусорные, которые вчера наполняли. Интересная у меня жизнь, я что-то сейчас подумал. То где-то на яхте, то в Израиле, сегодня вот в университете, биотехническом отделе, биомедицинском. Всякие тут книжки у меня по ДНК стоят, за окном такой снежок канадский свежий падает. Такие последствия иммиграции. Все это не по своей воле. Так иногда случается, иногда везет, а иногда не везет. Сегодня повезло. Сегодня будем жить в таком прекрасном месте. Команда из мексиканцев, которые моют здесь. А мы уже почти закончили. Сейчас соберемся и пойдем домой. Осталось совсем немножко. Надеюсь, автобус будет ходить, потому что все замело. Работа была просто снимать эти панели. Сегодня попросили остаться еще на 2 часа побольше, до 6:30. Вот. 2 лишних часа. Let's go, guys. 2 лишних часа лишними не будут. Особенно в такой прекрасный вечер. Это вот мои ребята с Джамайки. Гасок Гамада. Мьянгалис. Мы уже там базарим. Лагос. Возвращаюсь домой. У себя здесь, на районе. Снег. Ну никто за день не почистил. Машины вон буксуют. С утра вот я как вышел, вот все вот это мело, вот это люди протоптали. Никакой там трактор или что-то не приехало. Они что, в Ванкувере? Ну найдите какие-нибудь машины. Все единственное, что тут чистят, вот такие пикапы, прицеплены на них впереди ковшами. И вот они все чистят. А люди вон просто по дороге ходят. А тротуар вот такая каша. С самого утра никто не почистил. А после долгих рабочих дней, как и положено, нужно отдыхать. Тем более сегодня мой прораб играет в клубе электронную музыку. Поэтому он нас всех пригласил. Может быть, еще кто-то с работы подтянется. Вот. Пойдем потусуемся, развеемся. Тем более сегодня хорошая погода, то есть нет дождя. И даже если немножко сыро и холодно, это не страшно. Погнали. Прежде чем ехать, нужно пополнить карту в таком автомате. Пришлось полтинник разменять и купить бутылку джинджер эля. Месяц стоит проездной $189. Или можно экономить и закидывать. Еще раз надо прислонить. Вот проходим сейчас Ванкуверский центр в таком с таким зданием отеля и музеем искусств. Больше тут особо ничего нет. И вот улицы и улицы, которые идут одна наперекосяк другой. Но все равно здесь красиво. Вот переходим на такую тусовку.
тусовочная улица. Гренвилл Стрит. Сегодня суббота, и все бары на улице. Молодые люди, хорошо выглядящие, собираются и стоят сюда в сторону клуба. А здесь уже гудят клубы. Ночные, вот она улица. Вот это сама центр всего этого месива. Прямо здесь музыка, полицейские машины, центр Ванкувера. Сегодня здесь мой друг играет, короче, сейчас пойдем вписываться. Холодно, блин, 2 градуса холода, капец. Короче, жизнь кипит. Полиция, дождь, красивые высокие здания. Ванкувер живет. Вот и подошел день к концу. Я уже возвернулся домой, наконец-таки. Осталась пробежка. Холодно, но все равно нужно дойти до дома. Вот. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Это был Сенатор Блог. Всем пока.